как? Они меня боятся, что я их съем. Так, я сейчас вам поближе. Чтобы у нас уголок был такой нормальный, звуковой. Так, значит, вас без отчества говорите, да? Да, конечно. В том числе и на микрофон без отчества, да? Да, конечно. Тоже такое извращенное европейское представление. Меня в Европе отучили от отчества очень сильно. Я до года 94-го тоже был все Андрей Борисович, но потом как-то меня вот отучили в середине 90-х. Вот мне сейчас вот... Я просто привык, у меня еще была одна коллега, ей, наверное, лет под 80, а она, в принципе, все без отчества. Я тоже пытался, говорит, ее как-то ломается уже. Вот, я думаю, что... Нет, вы знаете, у меня тут... Позиция очень четкая. Ага. Мы должны находиться в равных, ага, в равных отношениях. Если я к вам Андрей, то вы ко мне Алла. Ага. Да, потому что здесь речь не об отсутствии уважения или неуважения, здесь речь чисто формальная. Нет, но отчество это же не уважение, не уважение, это просто традиция некой страны. Да, да. И, например, у нас есть западный партнер в филармонии, с которым мы много лет работаем, он работает в западной фирме. И он предпочитает, чтобы его звали Виктор, но ко мне без отчества он не может обращаться, вот в силу каких-то традиции, внутренних вещей. Поэтому я его зову только Виктор Робертович. Угу. Он армянин по национальности, но работает в западной консалтинговой компании, которая является партнером филармонии. Вот, поэтому и вот сейчас, и мне так комфортнее. Хорошо. Единственное, что я попрошу, вот тоже подложить под эту салфеточку, чтобы просто не гремела чашка вот под эту. Ага. А ложечку, если можно, в сторону. Вот так. Куда-нибудь. Да. Потому что иначе это все будет очень громко стучать. А могут телефонные звонки? Ну, будет, значит, будет ставить паузу. Делов-то. Да, вот. Это мы, думаю, не погибнем.